Нормально все. А, он перевернулся, смотри. На, есть, разбили. Так, ну этого мы сейчас быстренько подобьем. Хорошо. Так, только не переворачивайся, едем дальше. Смотрим. О, мой бог, кто... Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Steel of Hill. Тишина холмов называется. Давайте перейдем в зимнюю войну и выберем наш любимый танк. А танк мы будем сегодня брать Титан. Давай усилитель поменяем. Возьмем ремкомплект. И отправимся в бой. Хорошо. Так, смотрим. Кто у нас здесь будет первый? А, смотри, вон чувак едет. Ё-моё, тихо. Сейчас я его щелкну. Давай, подъезжай сюда. Есть, подбили. Смотрите, ребята, а у них на голове... Смотри, зайчик такой интересный. Зайчик, а, это сам получается... Праздник пасхальный. Это пасхальный зайчик едет на танке. Так, давай мы его щелкнем, отлично. Еще один пасхальный зайчик едет. Готов. Так, кто у нас там? Еще один. Хорошо. Едем дальше. Ой, на тебе. То подожди, с одного раза ты не это самое, не умер, что ли? Да как так? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, на башню тебе. Он яичками, смотри, бросается. С сюрпризом. Да, подбили меня. Так, еще один. Да сколько вас там, алло? Сколько вас там еще танков-то этих? Ой, сейчас подъедем, посмотрим. Так, а ну-ка, тихо. Давай, можно ехать, нормально все. А, он перевернулся, смотри. На, есть, разбили. Так, ну этого мы сейчас быстренько подобьем. Хорошо. Так, только не переворачивайся, едем дальше. Смотрим. О, мой бог, кто к нам едет? Еще один зайчик. На, получай. Есть, готов. Так, кто там еще едет, интересно? Тоже, может, какой-нибудь зайчик? Мы его сейчас угостим конфеткой. О, на, еще. Подожди. Сейчас. На, получай. О, нифига, я аж перевернулся. Ладно, он неугомонный, сюда едет прям. Ох, тихо. Что это такое там у тебя? На. Нифига. Сумасшедший. Тихо. Есть, готов. Так, теперь этого быстренько щелкнем. Все, подзорвался. Едем дальше. Скоро будет у нас, ребята, босс. Интересно, как он будет выглядеть? Может, он будет Дедом Морозом? Почему бы и нет? На улице зима. На улице зима, идет снежочек. Хорошо, такая погодка хорошая. Так, тут только вот эти вот зайчики, которые не зайчики на самом деле, а какие-то плохиши. Так, тихо. На, получай, готов. Вот, едет чувак, посмотрим. Да, у него тоже шапочка в виде зайчика. Но это не сулит нам ничего хорошего. Что зайчик? На самом деле, это никакой не зайчик. Это, ребята, босс. Который меня хочет уничтожить. Поэтому нам нужно максимально в него стрелять. О, отубили. Молодцы. А босс поддержан. За это нам дадут с вами звездочку. Опачки. А, нифига, в смысле, алло, сколько ж тебе надо звезд? Ладно, давай еще раз попробуем. Возьмем танк этот и попробуем сейчас еще раз уничтожить этого чувака. Так, а ну-ка, тихо, теперь мы в пустыне. Так, а какие зайчики в пустыне могут быть, правильно? Так, все, отдыхайте, ребята. Мне нужен сундук, поэтому я должен вас уничтожить. Так, а ну-ка. На, получай. Готов. Готов, ребята. Кто у нас там следующий будет? А ну-ка, ждем. Ага, едет. Так, а ну-ка, назад. О, эти самые вертолетчики. Да ну нафиг. Так, а ну-ка, тихо. Ё-моё, он меня прям стреляет. Смотри, гад. Так, а как же мне в тебя стрельнуть? Алло. Да. Что здесь происходит, а? Так, давай, сейчас я тебя щелкну. Есть. Как же мне теперь вертолетчика этого уничтожить, а?
У меня уже и жизни мало. Ну, сейчас мы сделаем, знаешь как. Так, нет, уехал, убежал. Ага, на, получи. Уничтожили. Еще один, ребята. Ах, мимо. Нифига себе, у меня уже здоровье маленькое. На, ах, видишь, я не могу в него попасть. Есть. Так, теперь в этого чувака. Так, он перевернулся и ровно в меня попал. Давайте захилимся. Подлечимся. Есть. Ой, чуть-чуть совсем подлечились, ребята. Этого недостаточно, конечно. Но будем надеяться, что мы все-таки с боссом сегодня встретимся. О, нет, 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 нет. Ё-моё, сейчас меня уничтожат. Еще один удар и все. На. Все. Ой, уничтожили. Да, это можно было догадаться. Давайте. Получим монетки. Давайте еще раз играем. Почему нет? Надо выиграть. Надо уничтожить босса. Пустынного. Который живет в пустыне. Вот едет один чувак. Так, нет, не подбили. Все, есть, один готов. Хорошо. Так, вертолетчик будет или нет? Есть! Подбили вертолетчика. Ой, как хорошо. Возможно, что мы еще и пройдем эту катку с вами, ребята. Так, есть один, одного босса. О, этого, господи. О, монетки. Так, ну здесь должен быть еще танк какой-то ехать, стопудово. Либо вертолетчик сейчас появится. А, нет, вот едет. Едет танк. На, есть, подбили, подбили, ребятушки. Это очень хорошо. Едем дальше. О, брат-близнец едет, смотри. Есть, перевернулся. Сейчас посмотрим, как он себя там чувствует. Так, скатываем. А, ну все, перевернутый. Есть, уничтожили. Уничтожили мы его. Так, а вот еще один чувак. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, сейчас мы его. Ё-моё, смотри, что творится. Тихо, 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 тихо. Давай назад отъедем немножко. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, сильно далеко не надо отъезжать. Сейчас мы его здесь подкарулим. Ах, какой хитрый. Смотри, он что делает. Нет, так дело не пойдет. Есть, один этого уничтожили. Так, теперь этого надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, отдыхай, чувак. Так, давай монетки сейчас. А, последнюю монетку заберем. А где вертолетчики, алло? Вертолетчиков нет? Ну, должны скоро появиться. Так, ух ты. Мало ему одного выстрела. А, как пробивает, смотри, как хорошо. Все, отдыхай. Так, теперь этот. Да, тяжело, тяжело что-то у меня звезду выбить. Сколько мы уже танков-то уничтожили? На, еще один. Еще один удар. Так. Этот вонючий вертолетчик появился. Так что такое, а? Малыши. Так, тихо. О-о-о, обстреливает меня. На, получил. Есть, одного вертолетчика мы уничтожили. Это очень хорошо. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, а здесь что-то. А, нет, едет. Едет, едут, едут, ребятушки. Так, а ну-ка. Есть. Попадание, еще одного надо. О, нет, 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 нет. На. Хорошо, где же босс? Ребята, еще нужно. Еще нужно стрелять. Вот это, наверное, последний будет. Да, и вот едет. Ай, босс, у нас вертолетчик. Ё-моё. Как же мне тебя уничтожить? Так, проезжаем вперед. Нам нужно на таком вот, на выступе его стрелять. Вот типа на таком. Сейчас он подъедет. Есть, один удар. Сейчас он будет подъезжать, надо будет еще раз стрельнуть. Так, есть. И еще один раз. Еее, выиграли, ребята, босс повержен. Замечательно. Очень хорошо. Сколько мы получаем? Мы получили, да, наконец-то. Наконец-то. Ребятушки, давайте откроем сундучок. Что же там? А там повышение кобры, монеты и еще титан, ремонтный комплект. Ой, хорошо, спасибо. Ага. Давайте посмотрим усилитель. Так, повысить уровень ремонтного комплекта. Хорошо.
Так, замечательно, будем лучше усиливаться. Смотри, а у него шестерочка, дробь 20. Фига его, как можно будет еще улучшать. Офигеть. Так, а что у нас там с коброй нашей? Ага, можно ее повысить. Давайте повысим кобру. Так, броню, пушку, двигатель сделали. Молодцы. Ну, давайте попробуем с маленькой коброй. Может, у нас получится. Он такой достаточно-таки быстренький. На, ух ты, смотри, как мы уничтожили его. Кобра у нас еще даст всем жару. Вот, едет, смотри. На, ой, ну одного удара не хватает его. Уничтожить танк этот. Так, есть, готов. Так, теперь вот этот едет. Чувак, ох ты, с первого удара. А, вот этого мы не можем, да, попасть, убить, уничтожить. На, получай подарок от меня, улетел. Улетел, ребята. О, опять едет. На, получи. Все, вертолетчика мы с вами уничтожили. А вертолетчик почему-то у него нет шапочки зайчиков. Так, а вот этот едет, смотри. Давай, давай, подъезжай, ты на эту горку нормально заедешь. Че ты начинаешь? Давай, давай, давай. Заезжай. Нет, не может. Не может заехать. А мы тебя вот так вот переедем. Нафиг. А ну-ка, что у нас там? Давай, дружище, я тебя подтолкну. Во! Давай, езжай. Езжай назад. А, давайте посмотрим, куда он поехал. Ух ты, почему я не могу? Почему я встал? Так, а ну-ка. Это... О, еще один едет. Ё-моё. Сейчас он подъедет поближе. Есть, готово. И это лежачего тоже мы сейчас убьем. Давайте друг друга. Почему вы друг друга не уничтожаете? Так, это сейчас. А, ну у него не самонаводящиеся, просто обычные, да? А ну-ка. Мимо. На, еще один удар. Есть! Перевернулся, ребята. Все. Так, а это вот такие вот нехорошие, самонаводящиеся. На, отдыхай. Готово. Так, давайте монетки заберем. Ох ты, ё-моё. Бомбочки. Что происходит-то такое, а? Есть. Так, есть один, второй, третий. Хорошо, уничтожили. Ох ты, давайте удар тоже сделаем. Вон. Так, а ты чё это, скрыться с моего удара? Ё-моё. Давайте мы его сейчас щелкнем. Так, он удирает. Ладно. Сейчас на этом холме я его подожду. Опля, есть, готов. И кто у нас там? А чё у нас сегодня враги почему-то вертолетчики? Интересно мне знать. Тихо-тихо, нифига у тебя какие. Да, ой-ой-ой-ой-ой, давай быстрей. Хорошо. Еще парочку ударов тебе. Да ё-моё, он... Поближе подъедь, пожалуйста, чувак. Вот здесь я тебя подожду. Есть. Ах, один удар тебе остался. Хватит уже свои эти выплескивать. О, есть, готов. Уничтожили, ребятушки. Заработали мы 22 монетки. Хорошо. Так, берем, вот две у нас звездочки, надо будет еще одну. Ну что ж, на этом будем тогда заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, всем пока-пока.